Прошу почтить минутой молчания. Ушел из жизни министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков. Последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью. Но даже для тех, кто знал, его уход был неожиданным и от этого особенно болезненным. Он горел на работе. Я думаю, что это одна из причин. Буквально 3 месяца назад у нас проходил чемпионат, летний чемпионат России по спортивной ходьбе. Как раз Михаил Васильевич, Сергей Сильвестрович, мы втроем стояли, как что делать, как дальше развивать Чувашию ходьбу, какие проблемы, только что обсуждали. То есть у нас было много планов, как дальше работать. Собирались все это вместе обсудить, но, к сожалению, не успели. Сергей Сильвестрович был и остался настоящим спортсменом. Собранным, решительным, очень организованным. Он умел работать в команде. Знал, когда нужно хлопнуть партнера по плечу, а когда надо подставить свое. Сергей, это вот прежде всего, это очень порядочный, высокопорядочнейший человек, надежнейший человек. А эти качества я в людях ценю, наверное, вот на самых первых местах. Я знал, что я всегда могу положиться, что за спиной у меня надежный тыл, надежная опора, светлый, позитивный человек. И, ну, наверное, вот, к сожалению, это для окружающих плюс большой рядом с таким человеком быть, а для такого человека, для самого, это тяжелая ноша. И, конечно же, вот это все, наверное, Серега перегорел, к сожалению. В Министерстве спорта он работал 6 лет. Сначала заместителем министра, а с октября 2015-го возглавил ведомство. За это время успехи отрасли стали еще очевиднее. Человек был честным, порядочным, добросовестно выполнял свои прямые функциональные обязанности как министра физической культуры и спорта и как член правительства. Вот таких людей побольше бы нам в обществе. Я выражаю слова соболезнования близким родственникам, родителям, соответственно, его друзьям, товарищам, которые по жизни работали, и его всегда окружали надежные друзья. При Сергее Шелтукове на спортивной карте Чувашии появились новые объекты, а спортивная летопись пополнилась новыми именами. Немало сил он вложил и в развитие массовой физической культуры, щедро делился спортивным азартом с коллегами. И если раньше целью спартакиад госслужащих было привлечение чиновников к занятиям, то в последнее время стал особенно заметен соревновательный дух. Из года в год, конечно, все лучше и лучше. Мы видим уже подготовленных наших коллег во всех видах спорта. Проводим спартакиады по 13 видам спорта. И везде у нас действительно настоящая спортивная борьба. Как и положено спортсменам, он обладал огромной волей к победе. И лишь тяжелая болезнь стала обстоятельством непреодолимой силы. Но Сергей Шелтуков не сошел с дистанции. Он просто дал лыжню другим. Прощание с Сергеем Сильвестровичем состоится 13 сентября в центре Маутинбайка с 9 до 11 часов.